Re, viss ēters ir te! Этой ночью в Латвии ясно, на всей территории страны температура воздуха выше нуля. Осадков не прогнозируется, ветер слабый юго-восточного направления. Завтра днем в Латвии солнечно, ожидается потепление. Температура воздуха составит от плюс 10 до плюс 13 градусов. Юго-восточный ветер усилится до 5-14 метров в секунду. На всей территории страны без осадков. В Риге этой ночью ясное небо. Столбики термометра не опустятся ниже плюс 4 градусов. Слабый ветер юго-восточного направления, без осадков. Днем в латвийской столице солнечно. Воздух прогреется до плюс 13 градусов. Ветер юго-восточного направления усилится до 7-14 метров в секунду. Осадков не ожидается.